Всем большой привет, зрители нашего канала. Большой привет с нашей дачи. Приехали сюда. Погода замечательная. Отдыхать сегодня будем. Может быть, что-то сейчас поделаем, покосим, посмотрим. Я хотела показать, вот распустились мамины лилии, которые она привезла из Ессентуков. Видите, те уже отцвели, а эти распустились, красивые. Но в том году они были лучше, в этом году немножко, видите, кто-то подъел. Но в любом случае смотрится красиво. И вот это же тоже хоста. Здесь ее тоже, вот она должна была быть вот такой зеленой, а получилась такая дырявая листья. Ну и соседи у нас ремонтируют дом. Позвала показать мне розочку, которую мы из Кимовска привезли. Смотри, вот это космея. Это долгограющие, ага, многолетники. Так. Вот будет это. А розочка, вот она твоя. Ты с этой стороны смотри. Позвонят тебя, слышишь? Звонят? Ага, телефон. Вот она, смотри. Смотри. Слушай, какая красивая. Красивая какая. Ага. И вот он еще. Это такой большой куст, да? И вот он. Смотри, это, как она прижилась. И вот он. Ой. Очень красивый цвет такой, да? Ага. Очень красивый. Угу. Так, еще хотела у тебя спросить. Так, это тоже прижился. Надо. Главное его не скосить. Жасмин. Ну вот, какой красивый. А тоже цвести хочет. А может и будет. Угу. Сейчас вот здесь хочу покосить. А смотри, вот это мама, твои георгины, которые ты сохраняла. А дяденька, который высох. Это все это мои, которые сохраняла. Я знаю, сохраняла, что все твои у входа. А они хоть зацвели? Нет еще пока. Вот от дяденьки этого. От Тульского. Тульский дяденька, да. Две штуки. Наверное, поздний сорт, что ли? Наверное. И вот там. Угу. И там три штуки. Ну там уже вон что-то будет. О, вижу. Ага. Это дяденьки. Посмотрите, сейчас кто-то звонил. Лилии твои. Ну, в том году они гораздо красивее были. Ага, да. Очень болели. Очень. Так, смотри, мам, кто-то поел этот куст весь. Ну, эти слизни. Слизни и муравьи. Слизни. Надо вот обрезать. Его вообще, наверное, скосить, да, этот куст? Да. Ага. Жалко, и лилию вот эту поели. Да, и вот красивая была красавица, тоже лилию. Угу. У тебя же их 4 было? Да. 4 есть. Вот. Какой же это цвет будет, интересно? Да. А, вот будет дело, если такой же, как у тебя. Не знаю, какой будет. Очень. Вот цинии. Поздние, угу, это я семенами. Да. Сажала в грунт сразу. И все равно, вот, пожалуйста. Будут радовать. Ну, долго-долго. А вот эти розовые, как называются? Это же не бархатцы. Нет, это как сама. Нет, это не бархатцы. Я забыла тоже название. Бархатцы вот у нас. Как хорошо на даче, да? Да. Пойдем, чай попьем. Пойдем, чай, да. Вот, ничего себе. Повторно. Ой, а ты видела цветок, Наташин? Слушай, может, его на солнышко или нет? Вот, смотри. Ой, какой нежный, смотри-ка. Ух ты, красивый-красивый. Ага. А он домашний или вот не спросила у него, или на огороде должен расти? Она сказала, в горшок посадить, значит, домашний. Домашний? О, очень красивый. Красивый. Угу. Сейчас я их подкармлю, давно уже. Подкармливаю. Все цветы вот вниз. Вот этот цветок. А вот этот не прижился рядом? Прижился, почему? Он просто отцвел. Вон даже один цветок есть. Угу. Прижился. Так, Анна, пойду руки помою и буду чай пить тоже с мамой. Так что у нас на даче хорошо. Гортензия цветет шапкой прямо. И это очень красиво. Сначала думала, что это жасмин. Так, сейчас вынесем покрывало на качели. Птички у нас тут живут в доме. Все зеленое. Жалко, лето заканчивается, уже конец июля, да? По старому методу, видите, кипятильником решили вскипятить воды. Вот, так дожди сильно шли. И я сейчас, видите, кошу. Кстати, ребят, косилка одна еле работала, выключилась. Видите, начала и все косить. И вот это новое производство Китай тоже уже барахлит. Я про косилку рассказываю.
Так, а мама тут, видите, делает, насыпает земли. Это земли посыпала. И это смесь, вот эта смесь травы, которая озон делает. Я вот сейчас так вот сделаю. А почему перчатки не одеваешь? Вон лежат, подать? Ну, зачем? Так вон лежат твои. Ты же только маникюр сделала. Вот. Покажи, какой маникюр сделала. И, соответственно, таким... Вон, мам, перчатки подать? Да ладно. Да вот они, вот лежат, смотри. Вот на крыльце. Угу. Вот. Мама делает следующим образом. Видите, уже цветы поставила. Это из косилки это трава. Да. Чтобы скорее это ровные места были у нас. Да, видите, вот за счет того, что сидели, катались, за счет того, что дожди шли. Да, все это тут вытаптывается. И мама делает очень тут профессионально. Она уже делала. Но когда шли сильные дожди опять. Вот, вот смотри, вот так вот посыпаю. И она как раз под этим сейчас. Под этим это будет расти. А мы сейчас посыпем сверху травой, чтобы не затаптывать здесь. Вы видите, сколько? Вот, и тут. И вот здесь. Ну, здесь всегда. Потом мы с тобой просто здесь положим. Плитку. Плитку. Потому что тут всегда такой вот... Низина. Да. Видите, он как немножко неровный, как вот с двух сторон, а внизу, ну, выгнутый сверху, ну, слева, справа равнее, это, как сказать, высокая местность, а вот здесь вот прямо вот низ, и вот смотри, низкий. Вот это, раз, и вот мама вот эту траву... И как раз будет там расти. Вот эту, видите, с косилки. Это мама придумала, я даже такое не знала. Это ты у кого-то подглядела? Нет. Сама придумала? Сама. Мама, все люди опять начали спрашивать, как ты хранишь чеснок? Ой. Я же говорю, мы 100 раз уже показывали, 100 раз снимали, и все равно опять. Ну, скажи людям, потому что очень интересуется, как мама хранит чеснок. Ой, ну, солью. В банке трехлитровая. Трехлитровая банка. Высыпаю солью. Соль такая каменная, крупная. Угу. Вот. И хранится крышкой накрывать? Нет, я накрываю... какой-нибудь... Тряпочкой. 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 И хранится в темном месте. Ну да, похолоднее, где есть место. Но не на балконе зимой. Нет, на балконе замерзнет. Замерзнет. Ну, в общем, в каком-нибудь шкафу там, в таком... Ну, да. В прохладном месте. Все. И мама хранит его до марта месяца, да? Да, до марта, а то и больше. А то мне опять пишут комментарии, как мама хранит чеснок. Напишите, зрители, может быть, кто-то у вас свой рецепт есть, да, как хранить я чеснок. Так храню. Мы почитаем. Сохраняется очень хорошо. Да. Вот, видите, смотрите, и все. Мам, вот еще проплешина. Да, все уже. Вот сюда не надо? А, надо. Сейчас надо. Ну да. Так что, вот, видите, мама травку берет. Видишь, большой пакет намного хватает. Как правильно называется эта трава? Газонокосильная трава? Нет, это... Универсальный газонных трав. Да, универсальный газон написано. Все, вот так вот подсыпаете, у кого такая проблема на дачах. И все. Все, она будет расти сейчас. Засыплю. Качели хотели выкинуть, а видите, как пригодились. Только они без крыши. И мы их покупали, не помню, 10 или 12 лет назад. Да, только Ваня родился. Да. Вот Ваня родился, и летом мы их покупали. И вот этой травкой снова подсыпает, и все хорошо. Сегодня прям хорошо, не жарко, ветерок. Да. Сегодня 27 или сколько? 24. Ну, я не знаю, либо 27, но мне кажется, все 22, потому что не чувствуется. Может, потому что мы на даче? Во! Молодец, мама. Новатор ты. Да. И она будет расти сейчас под травой, под этой. Угу. И будет отлично. И все, и через недельку я вам покажу, что получилось. Все, а мы продолжаем вот на этой, очень плохо работает, не знаю, что такое. До этого у нас была немецкая косилка, ну, 10 лет и сломалась. Может, действительно, срок годности у них маленький, срок службы. Но это вообще, вот с таким грохотом она работает. Я вот начала тут, видите, отсюда. В общем, одной начала, второй начала, пока еще у меня результата, если честно, никакого нет. Я вам себя сегодня не показывала. Я вот в египетском костюмчике, футболке от любимого Василька работаю. Так что потихонечку дела двигаются. Косынке этой тоже не знаю сколько лет. В 2009 году, по-моему, мы ездили в Египет или в 2010 году. Вот такие вот сувенирные косыночки. И каждый год, надевая ее на даче, я
вспоминаю про Египет. Вот видите, как у нас каждая вещь связана с каким-либо событием. Ладно, пойдемте дальше, поработаем. Какая шикарная смородина. Смородина. Вот вторая косилка, которая тоже не хочет работать. Сейчас нам придется с мамой из-за этого поехать пораньше и заехать сдать ее в мастерскую. Вот это мы сейчас вот все перемоем посуду. Здесь еще косить. Косить еще, кстати. Очень. Ой, помидорчик упал. Ты видела? Ой, не видела. Смотри, смотри. Какой огромный. Это розовый гигант называется. Ух ты. Вот они. Наконец-то. Вот они, смотри. Розовый гигант. О, так настоящий гигант. Да. А это вот Санька. Это Санька, но вообще-то это было это бычье сердце. Вот что-то я не увидела. На бычье сердце пока здесь ничего не похоже, да? Да, не похоже. Упал, смотри, маленький. Упал. Какие они вкусные. Ой, в яичницу хорошо. Угу. Сегодня яичницу жарила. Себе оторвать себе? Да. Ой, вот эти давай снимай, как раз зато яичница вкусная. Угу. Сегодня буду мясо готовить. А петух поет, надрывается. Угу. Ой, это розовый сердце гигант. Радуется, да? Ну да. Так, вот так. И очень много у нас смородины, которые... Огурцы возьмешь сегодня, Оксана? Да. Смотрите, какая она крупная. Ты только посмотри, надо руку помыть. Угу. Вот, смотри, какая. Крупнейшая. Все уже отходит. Надо ее срочно собирать всю. Да. Нету навалом уже. Навалом, да. Потому что такое безобразие прям не дает косить. Я не могу, расстраиваюсь. У нас не получается с мамой. Мы любим с ней отдыхать с мамой, когда у нас все дела сделаны. Тогда мы можем 5-10 минут полежать. Ой, посидеть на качельках, покататься. Ой, как яр. О, какие. Какие у нас классные огурцы. Самое главное, и Ваня любит огурчики. И Андрей. Молодец, мама. Не сади, не сади, мы ей в один голос говорили. Она говорит, ну как же так, говорит, свои огурчики есть свои. Вот. В общем, огурцов, я говорю, вроде и кустов немного, а огурчики каждый день собираются. И какие они, ух ты, перезрел, сейчас покажу. Вот смотрите, вот, чуть. Да, ну это тоже хороший. Хороший, хороший. А я люблю утром яичницу и с огурчиками. А вот этот, не знаю, наверное, еще маловат, пусть будет, пусть растет. Ой, еще один вижу перезревший. Ну, не перезревший, а готовый к употреблению. О, и помидорчики, и огурчики свои, и зелень. Боже, как я люблю лето. И зиму, ну, люблю, но не так, как лето. Зиму, конечно, тоже люблю, но зимой хорошо, когда хорошая погода, морозец. Но зима все равно это не то. Вот они, смотрите, какие. Угу. О, полное ведро сейчас соберем. Там еще дальше. Женщина наша русская в селениях коня на ходу остановит, горящую избу войдет. Вон, видишь, сколько косилок? Сейчас, ой, мама, осторожней. Идем туда спросим. Одни мужики на рынке, и мы с мамой. Вот наша косилочка. Скоро, мама, мы косилки с тобой будем чинить. Да, да. Все умеем. Так, все. Ага. Делаем ровные концы. Так, ровные концы. Так, а подтянуть немножечко, побольше их сделать, вот на эти две, да? Не-не-не, подожди, когда работают, да, косинки, надо бить на землю несколько раз. А, об землю несколько, да. Раз, да. И сама выходит здесь. Сама выходит, да. Все. Все, друзья, отремонтировали мне косилку. Поменяли, самое главное, вот это вот. Теперь легко усы будет натягивать. В общем, я такая довольная. Птички поют. Все. Завтра уже будем косить.
свечу мне сделали, свечу поменяли. Видите, я уж скоро сама буду разбираться в косилках во всем на свете. Ну, встречаешь? Пошли. Пошли. Идешь? Бежит. У меня молока нету, как, наверное, Феликс. Пойдем посмотрим. Все. Поднялась, ждет меня. Молочко вкусное. Любишь молочко, да? А вот сейчас начни забирать. Знаете, как будет на меня мяукать? А пока готовится у меня мясо перед тренировочкой, хотела получше вам показать, что Кристина привезла мне из Китая. Она там делала зубы. Вот. И я быстро мельком показала, когда она приехала. Вот мы принесли с Юрой, будем заваривать. Вот видите, написано чайнистия, еще какое-то слово. Вот этот чай будем заваривать. Юра очень любит разные китайские чаи. Вот он просто фанат. Вчера масала делал. Это вот такое вот название. Find. В общем, короче. Я читать не могу. Вот такой вот зелененький чай. Еще она мне привезла крем. Интересно. Вот. Хорошо, что сейчас есть Google переводчик. И можно будет прочитать, от чего sweet слово сахар, я понимаю. Одно слово sweet мне понятно, и больше ничего. Крем этот с киви. Вот написано, видите, крем, айс, холодный крем. С фруктами. Вот, сейчас попробую открыть, посмотрим. Мы, конечно же, переведем. Вот я крышечку открутила и... Вот у китайцев, у корейцев они всегда запаковывают фольгой. Здесь вот такой, знаете, как стакан. Ой, пахнет очень вкусно. Знаете, такой на йогурт похож. Все, мне уже надоели мои синие ногти. Скоро уже месяц пройдет, представляете? В начале августа. Ой, все. Так вот, 200 грамм здесь. Сейчас переведем. Такой вот крем. Надо хорошо закрыть. Так. Пакет китайский. Это как вот я в Таиланде покупаю всякие 100% натурал, написано точки. Видите? Если шею свело. Фаст. Быстро. Фаст. Быстро же, да? Вот. Ой, даже здесь по-русски написано. Натуральный бальзам обладает восстанавливающим, короче, средств, состояниях суставов, мышц. Короче, здесь на бодяга, в общем, восстанавливает хрящевую ткань. Вот написано. По-русски уже, писать в Китае. Не, ну что тут удивляться? Ничего удивительного. Так, это мыло. О, скраб мыло тоже уже написано. С вулканической солью. Вот такой вот скраб мыло. Тоже, кстати, не запечатан, вот написано мыло. Пахнет приятно. Так, и вот такие китайские разные конфетки на развес. Мама уже попробовала, говорит, ничего прикольного, они разные. Видите, что это значит? 1300, это, наверное, как шоколад, мягкий, как шоколад. Это мармеладка, вот. Это со вкусом мороженого, тоже мармеладки. Так, надо от Юры спрятать и дозированно ему выдавать, потому что он все это съест моментально. Ну, в основном они такие все желейные. Вот это твердое с клубничкой. Ладно, потом сделаем дегустацию. Ну, в принципе, можно. Вот давайте клубничку откроем. Вот такая вот она. Сейчас попробую. Я ее пыталась откусить. Она вообще не кусается. Такое твердое-твердое, как желе. Ну, с чаем пойду попью. Так, время пролетело вообще незаметно. Иду сейчас на тренировочку по танцам. Сейчас дома пожарила свининки. Юрий, он очень любит свининку с лучком. Я больше люблю говядину. Вот Лена очень вкусно приготовила на даче говядину с картошечкой. Ну, картошка была, конечно, лишняя. Надо было просто мясо с овощами. Но было очень-очень вкусно. Вот. Но Юру как-то вот все равно. Я говорю, Юре больше нравится свининка. И вообще ему очень нравится
мясо на ужин, потому что если он приготовит что-то такое, там картошки пожарить, он как, она без мяса, либо там оладушки с печи, с кабачков, он вкусно, конечно, но аж чем я буду ужинать? У нас так хорошо, сейчас покажу. Мой путь всегда лежит вдоль вот этого озера в 15-м районе. И идешь прямо, наслаждаешься. Раньше я ходила на танцы в 16-й район, там школа танцев была. Шла, любовалась бульваром. Вот, а сейчас у нас поменялось место для занятий. Теперь я наслаждаюсь вот таким вот прудом. Видите, на лодках люди, видите, наслаждаются, плавают. Вот, деревья низко наклонились. Ну ладно, сегодня, видите, не удалось на даче хорошо поработать, но зато мы сделали косилку. И вторая новая косилка, там Андрей говорит, вы посмотрите уровень масла. Может быть, масло, да, и папа так сказал, наверное, масла может быть маловато. Ну, в общем, завтра все увидим, узнаем. Так, ну и ладно, расскажу вам, как потом прошло наше занятие после танцев. С водичкой иду. Хорошо, прям на улице. Мне кажется, уже такой жары у нас не будет. Сейчас прохладно, днем хорошо, вечером хорошо. Прям так свежо, скажем. Ладно, практически уже дошла. Пойду позанимаюсь. Здесь тоже у нас детская площадка и огромное количество цветов. Все, дорогие друзья, еду в лифте, натанцевалась от души. Буду заканчивать с вами видео. Увидимся с вами в следующем видео. Все, пока-пока, мои дорогие.